И я думаю, нам просто необходимо устраивать пресс-конференции с авторами. Будет много гостей, известных людей. Кого-то пригласим, кто-то сам зайдет. Пойдет сарафан. А еще тематические семинары. Это тоже хороший способ привлечь внимание к издательству. А нам ведь нужно внимание. Будем приглашать специалистов под каждое издание. Можно телевидение, радио, радиоактивные отходы, мусор, всякий хлам. Да. Да. Я с тобой согласен. Прости, ты что-то спросила? Я последние слова не расслышал. Макс, да ты вообще ничего не расслышал. Нет, ну почему? Я внимательна очень. Максим, ну я сколько лет тебя знаю? Давай уж друг друга не врать. Может, тебе помощь нужна? Ты только скажи. Да нет, все в порядке. Ну я же вижу. Макс, ты только скажи. Да, что-то я... устал. Ты прости. Максим, ну за что мне тебя прощать? Ты очень дорогой мне человек. Я вообще для тебя знаю, что могу. Все могу. Вот секс, например. Он и для здоровья нужен. Мариш, спасибо тебе. Я, правда, не готов. Я что-то спал мало. И, в общем, по работе зоопарка одно, но другое. Аллы нет, и все, что я, она делала, на меня легло. Короче, Марин, ты прости, но давай как-то это все свернем пока. Ок? Ок. Вот и супер. Ты иди тогда, у тебя эти все идеи просто отличные. А я сейчас тоже что займусь.